Вернемся к коллегии. Вот ваш коллега, коллега по цеху, наш олимпийский чемпион Илья Ильин вчера предложил свою должность на пост президента Федерации тяжелой атлетики. Сапиев не хочет пойти по стопам Ильи Ильина, тоже предложить свою кандидатуру? Народ бы вас поддержал. Илья Ильин сказал, я созрел. А вы еще нет? А я еще не созрел.